Не знаю, что будет после смерти, но если следовать моей версии о том, что все мы часть какой-то одной общей истории, часть какого-то общего большого сюжета, то я думаю, что неразумно нас использовать как одноразовый расходный материал. Я думаю, что мы все еще сыграем. Мы так или иначе включимся в этот сюжет, может быть, в этом квадрате Малевича, а может быть, уже в каком-то другом. Но я думаю, что мы будем продолжаться.